Добро пожаловать на наш сайт! Сегодня приготовим ржаные булочки. Для этого нам потребуются следующие ингредиенты. В миску просеиваем ржаную и пшеничную муку. Всыпаем дрожжи. Перемешиваем до однородности. Лук нарезаем мелким кубиком. Выкладываем на сковороду с разогретым растительным маслом и жарим до золотистой корочки. Можно немного подсолить лук, а также всыпать любимые специи. Я использовала тимьян. В теплой воде разводим соль и сахар. В муке делаем колодец и вливаем жидкость. Начинаем замешивать тесто ложкой. Добавляем жареный лук и семечки. Продолжаем месить ложкой, после чего переходим на ручной замес. Месим до однородности. Тесто получится податливое, не липнущее к рукам. Формируем шар и оставляем в миске под полотенцем на 1 час в теплом месте. За это время тесто подрастет. Обминаем его руками, разделяем на равные части и формируем булочки. Выкладываем изделие на противень, присыпанный мукой. Делаем надрезы крестиком, посыпаем тимьяном и оставляем еще на 15 минут под полотенцем. Затем ставим в духовку, разогретую до 180 градусов, и выпекаем до готовности. Ржаные булочки готовы. Остужаем, снимаем с противня и подаем к столу. Рецепт с пошаговыми фото вы можете посмотреть на нашем сайте, ссылка которого указана в описании к видео. Приятного аппетита!